привет. А возможно, тебе, как и мне, в каком-то моменте я просто такой, мне нужна прямая стойка для микрофона. И я начал искать. А их очень много, и цены очень разные, и обзоров не так много, как будто бы. По тем деньгам, которые я хочу. Нашел Rockdale 3606 по лучшей цене. Это, как всегда, цены, как всегда, на канале. Делюсь за свои деньги, купил, поделился с тобой. Давай распечатаем, я тебе уже подробнее расскажу, покажу, нормальная ли стойка или это какой-то хлам. Давай распечатаем. Прямая стоечка 2632. Офигенная цена за прямую стойку и вроде как фирмовую. Rockdale 3606 это моделька. Заказывал я с Яндекс.Маркета. Звук, свет, кино. Да, звук, свет, кино называется продавец. Не знаю, есть ли у него отдельный сайт. Цена 2600. Везде дороже. Видел, что она есть в онлайн-трейде, или, по-моему, в онлайн-трейде, если не путаю. Если что, если будет еще такая хорошая цена, оставлю на продавца, естественно, ссылку. Вы знаете, ребят, как всегда на канале, не распечатывал в Яндекс.Маркете. И я сейчас думаю, а ведь опрометчиво весьма было забирать, не проверив. А вдруг она в узел завернута? Все-таки это как-то вот таким вот странным образом поставляется, как будто бы... Почему странно? Не похоже на цельный продукт. Наверное, немного нечестно, я говорю, 2632, потому что я купончик нашел. Не стесняйтесь, если покупаете через Яндекс.Маркет, вот вам делюсь с вами, пишите купон в Яндекс.Маркет и смотрите прямо купончик. Не стесняйтесь, пишите, вписывайте, можно рублей на 500 купончик найти. Кайф, кайф. Что сразу заметил? Что здесь по-русски написано «прямая микрофонная стойка на круглом основании». То есть made in China, но импортер, то есть российский. Прикольно. С этими стойками вообще проблема, особенно с прямыми, очень сложно. Мне нужно шумоподавляющий этот экран на нее разместить, чтобы она достаточно крепкая была. Это 95-165 высотой стойка. Ну, плюс-минус, это средняя высота таких стоек. Да, есть повыше, есть, но сами понимаете, какой должна, насколько крепче должна быть эта стойка. Ну, неужели это вот так вот поставляется прямо от завода-производителя? Ну, как-то это невкусно, что ли, выглядит. Самое переживательное, это вот, наверное, сама стойка. На, ударил сразу. Какие-то шарики посыпались, но я так понимаю, это силикагель. И где-то он рассыпался. Скорее всего. Так, ну не отсюда. Как будто бы силикагель посыпался. Сама стойка, вижу, целая. Сама стойка увесистая. Сейчас мы это все дело посмотрим, но для начала я соберу шарики. Основание давайте распакуем тоже. Круглое основание. Основание тяжелое. И похоже, что это чугуняка. Тяжелая штука. Даже не уверен, что мои бытовые весы смогут это все взвесить. Странно, что нет никаких характеристик, кроме ее высоты. Похоже очень на чугун. На резиновых ножках. На резиновых, да, на резиновых ножках штука тяжелая. Ну, давайте попробуем взвесить. Я не уверен, сколько такие весы могут показывать. Но это тяжелая, тяжелая вещь. Сколько показывает? 3,06. 695. Около 4 килограмм. Общая конструкция у вас будет занимать, общая конструкция будет весить. Конструкция на самом деле не замысловатая, ничего в этом сложного нет. Вы просто это вкручиваете, и вот телескопическую... Так, а это что? А это держатель Rockdale. Это держатель кабеля. То есть и такая даже вещь, и что достаточно прикольно. Резьбы 2, это 5 восьмых, да, главное не спутать, это, по-моему, 3 восьмых. Это 5 восьмых, если я не ошибаюсь. Только это, наверное, вот так вот, таким вот образом, потому что затягивается здесь под затяжку. Хотя можно и наоборот, в принципе, не страшно. Затягивать-то можно и вот звездочкой.
Ну и вот таким образом эта телескопическая часть, она вот так вот выдвигается. Сама телескопическая вот эта часть очень прикольно выглядит, а вот эта вот крутилка выглядит дешевенько по факту. Ну, остается только вкрутить на самом деле, поставить на пол. Сба еще в краске, еще свеженькая, новенькая. Я вижу, как краска отлетает. Вы можете это тоже наблюдать. Все прям такое массивное, брутальное. Ну, то, что я и искал, собственно говоря. 95 сантиметров, почти метр, вот она. Это минимальная высота устойки. Вообще вкручивал я ее именно в таком положении, вниз. Стоит очень уже устойчиво, но на ножках. Вам надо ровный пол, потому что если ваш пол не очень ровный, то она не будет стоять устойчиво, потому что ножки это все-таки не полное соприкосновение с полом, а у нее все-таки резиновые полукругленькие ножки, и это может быть проблемой для того, ну, это не настраивается никаким образом, и это может быть проблемой в плане того, что если у вас нет ровной поверхности, как у меня, например, 1,75 м, это средний рост, я не очень высокий, но вот, смотрите, плюсом сейчас сюда еще паук накрутить, наверное, если вы 1,80 м, нет, нормас, если вот больше, наверное, уже. Наверное, уже больше, то да. Но если вы экран какой-то, звукозаписывающий экран используете, то там еще будет небольшое увеличение. Допустим, вот вам покажу, потому что у меня именно такая штука конкретно здесь и будет. И вот у вас уже увеличилось, отвечая на вот эти вопросы, которые интересовали конкретно меня в тот момент. Тоненько, а что, крепкое что ли? Тоненько, оно будет крепко? Да, крепко. На удивление, штука крепкая. Подумал я, а зачем мне экран? Давайте размещу просто микрофон. А как оно будет выглядеть с экраном, в принципе, вы, наверное, можете посмотреть видео с экраном. Можно крутить не до конца, потому что вот этим, вот этой звездочкой вы можете подтянуть, и все это становится крепче. До сих пор вот оно выше. До сих пор оно выше, допустим, ну да, вот так вот. Оказывается, и не надо так высоко мне, по сути, получается, видите, как уже. То есть вот на таком вот уровне можно записываться. Вот так, вот так вот это все дело выглядит. Это кабель толстоватый, и он как раз, в принципе, как раз сюда заходит. Даже вот немного фиксируется. Да, да, в принципе, прикольно, не будет дергать вниз. Это хорошо. Да, это здорово. Это лайк, это мне нравится. Да, все окей. Вот так вот зафиксирую, допустим, какая длина мне нужна, я уже потом зафиксирую. И это прикольно. Здесь можно до низа довести и уже взять сколько тебе надо. Вот так вот, чтобы оно было более-менее свободно, не тянуло на микрофон, чтобы не передавало. Хотя, что оно будет передавать? В принципе, да, это все дело можно настраивать. Направляшки всего две вот этих вот. Направляшки кабеля, в смысле. В общем-то, об устойчивости. Это провод, не обращайте внимания. То есть вот. Она пытается все равно встать к центру. Но мне не нравится, что нужен... Мне не нравится, что ножки нельзя никак подрегулировать. Но, в принципе, а куда она денется? Собственно говоря, вот такая вот стоечка. Крепкая? Крепкая. Вроде. Ну, тут уже время покажет. Ну что, вот такая вот стойка. Нормальная? Да классно, за эти деньги это просто топ. Достаточно устойчивая, тяжелая, не падает и, надеюсь, не упадет. Если у тебя есть какие-то сомнения или вопросы, напиши в комментариях. И если у меня что-то изменится, я вообще честно с тобой поделюсь. Мне-то чё, поделюсь как есть, а духу тебе все расскажу. А так, стоечка, по мне, так нормас, своих денег точно стоит. Если у тебя есть... Кстати, знаешь от чего? Суперлюкс. Микрофон я купил, ой, наушники. У них тоже была стойка, возможно, надо было от них проверить стойку. Но это уже совсем другая история. Спасибо тебе за просмотр, если было полезно или просто хочешь меня поддержать, подпишись на канал. На сегодня все. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока.